Грипп – самое опасное из всех острых респираторных заболеваний. Осложнения могут привести к пневмонии и серозному менингиту. Первые заболевания гриппом приходятся на осенние заморозки. Не переживать, что настигнет болезнь, сегодня проще, чем кажется. Достаточно своевременно сделать прививку. Процедура быстрая и безболезненная. В начале сентября в Ленинском районе стартовала прививочная кампания. Если так вдуматься, прививка, она еще обладает иммуномодулирующим действием, да? То есть, когда у нас вырабатываются антитела к вирусу гриппа, от которых он привит, у нас еще и стимулируется общий иммунитет, да? То есть человек, который ходил раньше и говорил, я по 10 раз за зиму болею, да, на этот раз он будет точно не 10 раз болеть, раз 5. А может быть и вообще не заболеет. Делать прививку от гриппа можно всем, кто полностью здоров, не допускается даже легкая простуда. Особенно рекомендовано людям, которые находятся в группе риска. Это дети 6 месяцев, беременные женщины и пенсионеры старше 65 лет. Противопоказание одно – непереносимость куриного белка, который входит в состав вакцины. Действие прививки от гриппа начинается через 2 недели после введения дозы. Поэтому так важно пройти процедуру как можно раньше. Уже много лет делаю, и детям стало делать. Ну да, я вижу, что это помогает. Многие болеют, ну вот как-то удается избежать болезней. Но не все жители муниципалитета могут разделить это мнение. Пока вакцинация не носит массовый характер. Многие не доверяют препарату, опасаются болезни от его введения в организм или просто считают бесполезным. Я сама не делала прививки, но говорят, как-то они не очень действуют. Есть опасения, да? Есть какие-то опасения, да. Каждый человек по-своему выбирает, надо ему это или нет. Я думаю, что это личное мнение каждого. И все же врачи советуют прививаться, а сделать это можно в районной поликлинике совершенно бесплатно. Для этого надо записаться на прием к терапевту, который вас осмотрит и назначит процедуру. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.